Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня новые бантики. Это последние бантики из этой серии, но обещаю много интересного на канале. Ну что ж, приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать атласную ленту двухстороннюю. И у меня одного цвета разной ширины. И мне понадобится отрезки 4×24, 2 отрезка, 4×22, 1 отрезок, узкая лента 3 мм, можно использовать 5 мм для вешалочки. И также для основного бантика мне понадобится лента шириной 1,5 см, 11 см длиной, 2 отрезка. И для большого бантика в середине 4×11, 4 отрезка, 4×9. 4 отрезка и 4×7, также 4 отрезка и красивая серединка. Отрезки 24 сантиметра перегибаем пополам и намечаем серединку. Затем сводим края к серединке на 5 миллиметров, заходя за нее. И прошиваем. Делаем 6 проколов, равномерно распределяя ленту. Отрезок 22 сантиметра также перегибаем пополам и отмечаем серединку. И прошиваем, но более мелкими стежками. И собираем бантик. Мои подписчики уже умеют делать эти бантики. Затягиваем бантик, расправляем и закрепляем. Узкой лентой перетягиваем бантик и затем на лицевую сторону подклеиваем вешалочку. И даем все закрепиться. Отрезки 11 сантиметров подклеиваем к бантику. И затем обрезаем края под углом. Делаем это с одной стороны и с другой. И запаиваем огнем. Отрезки 11, 9 и 7 сантиметров собираем вместе и запаиваем с каждой стороны. Я специально не пользуюсь горячим ножом, чтобы вы не говорили, что нужны специальные приспособления. С одной стороны и с другой. Отрезки лент перегибаем пополам и один край ленты поднимаем вверх или вниз, в зависимости от направления, которое нам надо. И подкалываем. Этот край мы опускаем вниз.
все выравниваем и подкалываем. Загнутые вот эти края у нас в середине. Берем иголочку с ниткой и прошиваем. Следим за тем, чтобы все слои ленты были подхвачены. Особенно внимательны будете, вот где ленты двойные. Стягиваем две ленты вместе и закрепляем. И должно получиться вот так. Два полубантика подклеиваем вместе. И даем клею закрепиться. Затем отрезком ленты 1,5 сантиметра шириной перекрываем бантик. Лишнее обрезаем и все подклеиваем. Мой верхний бантик готов, и мне остается его подклеить к нижнему бантику. Даю бантику закрепиться и подклею серединку. Я подклеила серединку, и мой бантик готов. Надеюсь, для кого-то это окажется новой идеей. А на сегодня все. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч на канале. Пока-пока!